Привет, зритель. Видишь эту баррикаду? Это вот все, что у меня будет на июль. В общем, этот ролик будет посвящен моим ароматам на июль. Если ты подписан на мой инстаграм, там всего 300 с чем-то подписчиков, то ты в курсе уже. Я дня два назад, наверное, эту фотку скинула. А если нет, ну вот только сейчас узнаешь. Короче, я тут что-то порылась в полке. Некоторые, вот я поняла, что вот именно такие ароматы на июль самое. То некоторые я обычно летом и юзаю, а некоторые просто открыла, понюхала и внезапно зашло. Вот этим я даже вчера еще пользовалась. Сегодня у нас последний день июня, 30 июня. Я все время забываю, сколько в июне дней. У меня как-то 31 стабильно кажется. Короче, это у нас Avon Summer White Paradise. Райский Summer White. Это мне подарила подписчица Лёля из Тюмени. Привет тебе, Лёлечка. И, кстати, это ее идея была вот эти ролики делать. Тематические раз в месяц, что я тут буду на себя прыскать ароматическое. Ну и как бы мне это плюс, у меня что-то вот уделывается. Что-то вообще, я узнаю, вау, у меня такое есть. Ну и будет как-нибудь ролик всей моей теперешней коллекции парфюмерии. Еще то, что вот хотелось бы заюзать. Я как бы это не озвучивала, я обычно заюзывала так, но я так поняла, что на YouTube это модно и как бы смотрибельно, и почему бы самой не записать. В общем, мне что-то кажется, что это как бы персиком пахнет или что-то такое. Ну, по крайней мере, коробочка вот персик напоминает, крышечка в смысле. Вчера вот я им прыскалась. Он не особо стойкий, но это обычная туалетная вода. Вообще мне нравится эта линейка Summer White. Мне какие-то не очень понравились. Какие-то я еще даже не пробовала. Вот этот есть. И он у меня будет. Тут у меня, по-моему, 14 ароматов. И в июле вроде 31 день, если не путаю. Ну, короче, практически каждый аромат минимум 2 раза за месяц поюзается. Ну, а некоторые, может, даже 2-3 раза за день разные будут. В общем, вот. Куда бы тебе поставить? Ну, обратно, в общем, поставлю. То, что мне очень нравится, Summer White. Без всякого всего. Avon. Мне вообще, похоже, из этого нравится Light Blue, Dolce Gabbana, Light Cocaine, не помню русскую фирму. Потом еще Naturel и Freshena, кстати, тут будет. Ну, в общем, 4 таких аромата, которые немножко взаимосвязаны, такой легкий, свежий. Сейчас он немножко даже по-другому для меня открылся. С ноткой теплого чего-то такого сладенького, очень-очень легко сладенького, теплого чего-то. Может, сегодня его и заюзаю. Хотя у нас сегодня еще 30-е. И мне еще пилить в Вайберис. У нас, оказывается, 3 базы выдачи теперь. И на гражданкой, где-то на часовом и в солнечном. Вот в солнечном надо будет глянуть, что за дом, как проехать. Я там 7 ночей заказала. Короче, вот. Summer White. Так. Это подарок от подписчицы Лёли. Мне говорили, что на крышечке название есть. Вот я недавно нашла, я сейчас обнаружила. Трисель. По-моему, пахнет чем-то таким цветочным. Я его как-то немножко юзала, но вот думаю, что в июле поюзаю побольше. Не помню, что это. Eau de Parfum. Парфюмерная вода, наверное. Ну, в общем, интересный такой флакончик. Удобно в руке держать. Вот он у меня. На июль идет. Так. Вот не помню. У меня есть еще похожий. Только крышечка немного другая. По-моему, это лимитка 2014 года. Лето 2014 года. Так вроде и называлось. Это тоже вариация Naturel. У меня раньше очень много было всяких Naturel. Вот акварель Naturel у меня, по-моему, не было. А всякие другие Naturel были. Эту я в свое время в поменяшках зацапала. Хотя нет, другую в поменяшках зацапала. Ее в обзоре не будет. Она более теплая и более так на зимнюю холодную погоду подходит. Голубые эти овощи или как-то их там. Ну, короче, вот это у нас лето 2014 года, лимитка Naturel и Фраше. Я уже даже не знаю, как вам передать. Ну, если интересно, загуглите, по-моему, на Fragrance, или как там ее есть, вот это вот
описание. Я, в принципе, там и нашла, потому что вспоминала, искала как-то после очередного обзора парфюмерии своей, как ее звать, и вспомнила. Мне что-то вот такое очень нежно, легко, теплое напоминает. Оно даже сейчас немножко как бы сочетается вот с моим оригинальным просто Summer White от Avon, вот эта голубая крышечка, но более теплая и менее сладкая. Ну, это вот в летнюю теплую погоду, в смысле теплая, это где-то так 1% из 100 теплоты, но вот на холод ее, думаю, как бы может даже не потянет. Такая свежая теплость. Теплая свежесть, как-то так. У меня тут есть полнометражка. Была еще маленькая от Лёльки. Вот здесь еще полнометражка покупала когда-то. И Фраше, и Натурель Османтус. Она, по-моему, вроде еще продается в Фраше. Но я как бы давно не была на сайте Фраше, но вроде в начале года еще продавалась. В общем, Натурель Османтус. У меня как-то был Османтус другой французской фирмы. Не помню название, но тоже как-то вот некоторые нотки похожие были. Там как бы моноароматик такой. У меня еще даже есть Османтус, который можно в чай положить. Я как-нибудь запишу этот обзор остатков чая, который еще Лёля просила. Еще просила вот перед Новым годом, но у меня как-то то руки не доходят, то я забываю, то запросов много, а я одна. В общем, вот, он мне тоже нравится. Ну, видно, я его как-то одно время юзала. Не говорю, как пахнет, да? Но мне кажется, он немножко роднится вот ближе к лету 2014 года. Ну и Натурель, у меня еще помню, как-то был полнометражный флакончик, но я его когда-то кому-то задарила, а этот вот у меня стоит, я раньше сама покупала, там иногда в подарок приходила. А когда закончится, наверное, закажу себе, ну, если никто не подарит. Натурель оригинал, сама по себе, свеженькая. Я не прыскаю, потому что как бы это, ну, много тут всего, потом уже не расчуешь ничего, и кофе у меня далеко, и кэроп у меня тоже на кухне, ну, как бы то, чем можно занюхать, да? В общем, Натурель. Ох, переходит у меня «Роза утро в саду» и «Фраше». Уже снятая серия, но она вроде как переиздалась в очередной раз. 100% такая садовая роза, хорошая роза. Вот открываю, но я вчера ее еще прыскала. Крышечки чувствуются так. Роза, которую вы можете добавить, ну, бывают такие черные чаи, элитный черный чай с розой. Вот по вкусу такой же аромат. Даже, возможно, пахнет так же, как вот это пахнет. Не то. И вкус и аромат одинаковый. И еще бывает такой иногда пуэр с розой, россыпью. Вот тоже похожий аромат. Но это я с чаями сравниваю. Вы там можете просто сравнить... Ну, можете сравнить просто с розой. Бывает такая роза, ну, как бы она вот пахнет как-то странно. Бывает такая роза-роза, вот конкретно розой пахнет, и вот тут розой пахнет. Ох. И цветок вишни «Утро в саду» и «Фраше» тоже снятость, и, возможно, уже переиздание у меня тоже переходит на июль. Чуть-чуть горьковатый. Он мне немножко роднится с цветком апельсина, но у меня уже его нет, он закончился, я как-то больше не купила. Но мне он нравился, два раза покупала, и цветок вишни, и цветок апельсина, этот «Утро в саду» и «Фрашевская». Ну, как бы он теперь снятость, я не знаю, там в переиздании так же пахнет или нет. Ну, и он мне еще немножко, они не перекликаются тоже уже со снятостью, но в этот раз ее не будет в обзоре, она мне что-то как-то... Я про нее только сейчас вспомнила, она у меня внутри полочки. Ну, в общем, не пойдет она у меня в этот раз, в июль, может, в августе появится. Нероли. Секрет де санс, секретная эссенция, снятость конкретная и фрошенной роли. И, в общем, это вот мне перекликается. Но вот сейчас я открываю летом, она чувствуется монолитной такой, моноароматом, именно вот цветами вишни. У меня переходит неведомая русская фирма, тоже моноаромат, это этот сирень. И я ее думала, что-то доюзаю, но у меня были какие-то дни, когда в июне я вообще не пользовалась духами, очень жарко, забыла прыснуться. Иду в гости туда, где человек очень тонко воспринимает всякие ароматы, и хрен знает, угодишь ему, не угодишь, чтобы не было всяких лишних конфликтов, неприятных, негативных эмоций, которые я стараюсь избегать, так же, как конфликтов, то я не прыскалась.
Там только шампунчиком пахнет, да, геликом там для душа. В общем, вот он у меня, возможно, закончится в этом году. Хороший такой аромат сирени. И он не только на весну, он и вот на лето очень даже хорошо подходит. Вот. У меня переходит, что-то я им прыскалась в итоге раза два или три. Это подарок от подписчицы Лёли Эйвен. Natural сочный манго и гранат. Гранат и манго. Лосьон, спрей для тела. 100 мл освежающий. Очень хороший аромат, так долго держится. Я ему уже воду превозносила. Ну и то, что я никогда не пользовалась до этого Avon спреями, вот такими для тела, я как-то вообще не понимала, что-то мне казалось, или ароматическая водичка, или там какая-то вот, ну не то, не сё, не будет никакого аромата, очень хорошо и долго держится. Очень классный. Ну и ещё раз спасибо Лёлечке. И у меня, оказывается, есть еще один, я забыла, их просто по цветовой гамме вместе поставила, там четверка таких зеленых. Это у нас Avon Summer White Bright. Но он вот немножко сладко-теплым для меня сейчас пахнет. Вот, если вдруг кому не видно. Я честно не помню, или я его сама заказывала, когда была представителем, или мне кто-то его подарил. Если кто-то подарил, я забыла, гамон на сайт, ну в смысле, пардон, извиняйте. Напишите просто в комментах, типа, Лёля, ты такая беспамятная, это я тебе подарил. Но если это действительно был чей-то подарок, а не мой заказ, потому что я честно не помню. Я даже не все помню конкретно вот духи, кто мне дарил там, ну, а также бывают блески для губ, там еще что-то, вот. Он что-то внезапно, я так про него вспомнила, что летом мне хочется зелененьким чем-то прыснуться, и вот он переходит. Ну, нотки там, кто Avon занимается, знаете, либо посмотрите там где-нибудь в сети, потому что я вот не знаю, как передать, но приятный такой вот, тут даже в жару хорошо прыснулся, и он вам не мешает, и окружающим тоже. Сюда поставлю. Элизабет Арден. Одни из первых духов, которые я вообще начала пользоваться когда-либо, это были Биг Мосс и Элизабет Арден Грин Ти. Это у нас спрей, туалетная вода, о парфюме. Вот он тут, по-моему, 100 мл. Да, 100 мл. И я его в основе пользую только вот конкретно так вот на жару. Иногда даже использовала вот в прошлом году или позапрошлом, допустим, использовала еще подобные. Это у меня уже не знаю какой по счету флакон. Этот мне подарил кто-то. А когда-то я еще заказывала на клубнике, на еще где-то. Ну, много где, короче. И на Озон тоже покупала. И большой флакон, и в наборах. И там гель для душа был, молочко для тела. Крем для тела, еще что-то. И в маленьких вариациях. Очень мне нравится. Мне пока есть, но если вдруг что-то вот захотите сделать приятное, да. Кстати, можете подписаться на меня на платную подписку. И вас, как Горбушкина, буду упоминать в роликах титрами в конце. Да, кстати, Горбушкин, спасибо за спонсорскую подписку. Короче, если захотите делать приятное, то можете вот такие духи мне подарить. Они мне очень нравятся. Универсальные совершенно, в принципе, можно и зимой пользоваться, но вот на жару я их использовала иногда даже чисто вот как спрей для тела со всех сторон на себя вылить. Нежный аромат чайного дерева, тонкий, свежий. Вот кто знаком с чайным деревом, еще, по-моему, есть у Сальвадора Дали подобный аромат, очень такой классный. Ну и фрашевская глубокая снятость, иногда что-то подобное еще... Кеньскую воду можно найти у них на сайте, но это, по-моему, уже глубокая снятость. Тоже чайное дерево и фраше, в общем, считается как одеколон, но кеньская вода – это одеколон. И вот у меня таких флакончиков в свое время еще в 2011 году, когда начала и фраше заниматься, ну, как бы покупать у них там, да, очень много и в подарок приходило, я заказывала, и у меня долго-долго они еще стояли. И последнее, по-моему, дарила еще кому-то из родственников, ну, несколько лет назад уже, вот как у меня человек там знаком, и в родне любит такие ароматы. Короче, по-моему, даже именно вот этот аромат. Он более насыщенный, можно сказать, чуть-чуть тяжеловатый, более тяжелый, чем тот легкий. Но они как бы оба легкие, оба на лето. Я вот не удержалась и на днях, ну еще до деревни была какая-то дикая жара, я достала его и попрыскала на себя с ног до головы. Ну, не сказать, что супер долго держится, но
На несколько часов-то, наверное, хватит, может, даже на день. Очень классный аромат, свежий, мне вот такие нравятся. Ну и последняя в этой линейке зеленых, и вообще последняя из всех ароматов, что я сейчас обозреваю на июле, собираюсь пользоваться. Это вербена, тоже кеньская вода, это Ифраше, тоже уже снятость. Возможно, вот именно она иногда бывает на сайте. Ифраше просто как-то в начале года кого-то из кеньской воды, из этой серии видела. И она, вот не поверите, у них уже у всех давно срок годности ласты склеил, но до сих пор пахнет, никак не поменялся аромат. Но она у меня хранится обычно в полочке в темноте, как бы прямых солнечных лучей на них не попадает. И она мне немножко напоминает леденчик такой вот, почему-то грушу. Как же ее? Забыла, короче, как эту грушу называют. Ну, вот бывают такие карамельки. Было переиздание «Утро в саду», но вот вербена, она как-то вообще не держалась на мне больше 20 минут. Вообще как бы ни о чем. Вот это очень хороший вариант у них. Не знаю, может, у них опять есть переиздание вербены, и хорошо. Но вот именно такой вариант мне очень нравится. И вот это единственный флакон. Вот я повторяла очень много раз именно чайное дерево, а этот просто однажды купила, был пробник, мне понравился. И вот экономичный. До сих пор никак не закончится. Ну и тут 125 мл. И сделан, конечно, он во Франции. Одеколония. Внизу вдруг внезапно прочитала. Вот такие у меня тут зеленые, розовые, голубые, еще какие-то баночки, крышечки. Вот такие у меня были ароматы на июль. Если вдруг у кого-то там на июль или вообще на лето что-то такое вот из моего встречается, и вы такое пользуете, дайте знать в комменты. Просто будет приятно узнать, что кто-то пользуется чем-то таким же, что и я. Всем спасибо за просмотр, всем пока!